Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте продолжим мафию и легенду. Также смотрите... Чё смотрите-то? Я уже забыл. А, метро. Эксодус. Фу, блядь, Эксодус. Просто метро. Короче, и так все знаете. Да, я время увеличил. Если игра не набирает 5 часов, то продолжения не будет. Все игры набирают. Мафия что-то подотстала. Третья мафия. Все остальные больше 8 часов набирают. Поэтому 5 часов минимум стало. С вашей помощью, как говорится. Мафия вообще пусть иди. Ай, Вита, больше это тысяч. Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно. А в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Они что-то спят, блядь, как хотят. По ночам вроде они должны всегда. Чё он уже новый у него тут? Смотрите, он в новом доме уже у меня буксует, блядь. Я что-то на чем остановился? Я вот даже вот сейчас и не помню. Игра-то у меня на чем остановилась? Ничего, я не переигрывал, не проматывал. Какая-то, наверное, заставка. Это вот я сейчас игры заливаю, вот метро и это, на завтра. Пятницу, смотри. В субботу я еще пока хотел что-нибудь, какую-то игру еще одну обновить, как говорится. Но пока что-то ничего не дорого, просто все плохо как-то, по счету. Не знаю, как это. Блять, не то поехал, заболтался с вами, нахуй. Прекращайте меня сбивать. Я уже еду как на своей, блядь. Тут еду, базарю, куда еду, черт тебя знает. Куда тут мост едет? Твою мать! Тормоза ручные быстрее. Вот это я лиходул, да? Чуть башку себе не разбил. Как в попе вывалился. Такой скорость. Личинку раз и отложил. Кто это под вами там за личинка? Все, полицейский что-то там перекрывает дорогу. Шагом. Сейчас что-то закрыто будет, дай-ка. Дверь закрой, блядь, что-то музыку. Магнитолу дорогую, пионеру. Ты опять чуть не прокатил. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже... Рубакашкура. О, привет, Вита. Мартин, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился такой с ним, Харри он сказал, что возьмет постукал, меня слышишь, опять. Снова возьмет тебя 300. Куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факоне. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Тюхали, блядь, Виту, блядь, Вита, в третьем матче. Зачем? Забрался с Лукой. Молодец. А вдруг благодаря могло тебе быть... у нас ну, есть доказательства продолжить того, что с нападением стоял Клементе. До сих пор в открытую мы выступить не могли.
он между перерезал второй и третий. Он второй похитил и пытал наших. Большой. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клемента. Именно. Сегодня у Клемента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю. Не волнуйся, у меня есть план. Черт, как обычно. Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, то... Боже, душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем. Лучше сахар упал у нее, это, наверное, это не перебор. Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята. Он всегда был умный. Ты попадаешь столько постоянно, блядь, везде. Я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати. А, заставка там была, они там на случай, если или что-то вымогали. Удачи, парни. Мочили всех. Эй, да, а пацан сейчас... в коридоре что делает? Мартин, что ли? Ну, он же не член семьи. Промокашка, так что блядь. Я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Только слушаешь ты его всегда. А не он тебя. Эй, эй, Джо. Ну так, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, копишь? Хм, ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Билли Кит. Ладно, она не понадобится, поехали. Я всегда путаюсь, блядь. На улицу сейчас выйдет, это опять мерзавец. Я же сказал, блядь. Почему они там дверь всегда закрывают, ублюдки, блядь? Доски эти вонючие. Ладно, я поведу. Че вы возьмете, блядь? Моей машине поедем. Нахрен ему нужны с моим говном. Блядь, он не залазит в мою машину. Только эту, без выбора. Вот же хороший водитель, чему я-то поведу? Только не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. Да плевать мне. Кажется, я что вот авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. Я этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Оттуда ее мотает как-то, бля, какая-то она кусок говнины. И неповоротливый, и в то же время мягкая подвеска, блядь. Прям вообще ее, блядь, выматывает. Тресню какую-то. Ну же, ребята, да. Расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. А ты да что, книгу пишешь? Уже. Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Опять начал? Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду, ни слова. Мамой клянусь. Ты что, дальтоник, красный же? А,
Ах ты моя пятнашечка, ах ты моя какаха. Чё ты лишакая? Вставай, рванул, взданул. И слушай, все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Клемента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах? Заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клемента снял весь 18 этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. Это вот режиссерская работа называется, рабочими, друзья мои. А потом пойдем. Вы ее увидели в третьей мафии? Да даже в первой. Серьезно? С каких пор ты у нас? Сидят они там, улыбаются в первой мафии. Пошел ты! Да, там внутри нас такой будет ждать человек со штуцовками. Да. Пошли. Детский сад. И мы не хотим поднимать шум, пока Клемента не приехал. Так что не делай глупостей. Здесь, кроме Барбары, по-моему, вообще никто не улыбается. Будь здесь! Из этих всех боевиков. Всегда на вторых ролях. Да, игра-то и не блещет в каких-то моментах. О, черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь. Ну давайте этот кружок-то перерисовывайте мне. Пошли, идиот! Где тебя носит? Да куда ты? Видишь, стена ляу? Ну? И где он? У него бей. А он стоит там, чурбан, блядь, бестолковый. Ну и тупица, блядь. Барбара, конечно. Хрен еще тот, блядь. Вот он и дёкерки звонит. Вот сейчас тут вот так я стою. Слушай, скажу. Мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Пошли отсюда. Оп, а бабки дал ему. Вот видишь, все под контролем. Пошли. Я прошел быстрее тебя, тупица. Стоял там, блядь, уже треск. Итак, и еще. Вот, надень. Совсем охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Эй, вы, сюда. Идиоты, уберите этот бардак. Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется. Чего он там ничего не берет-то? Пошли, быстрее. Хачи, хачи, хачи. Гастарбайтеры. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Ты нажмешь или я? И вообще здесь надо же. 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клемента. Блядь, дайте отъехать камерой-то, блядь. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь.
самое, блин, время. Где это вас носило? Забыли, блин. Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча, и если все не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вот. Легкие деньги, смачная жизнь, блядь. Это значит, да? До 5 лет, наверное. Пожалуйста. Более 5 лет никто не... Эти двое тут уберут. Не жил там, блядь. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Мне так плохо. Вы двое, что надо? Клянусь, это будет лучшая ночь в твоей жизни. Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Уверен? Ударился головой. 5 или 6. Так что теперь тут все в кровище, а у нас скоро начинается это совещание. Вот локация, это надо уйти, потратить время, деньги, как говорится, быстрее, на локацию, на всю эту хренотень. О, ведро появилось. Откуда у него нахер вот ведро? Вот козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ну да, помоги мне тут. Ах, блин. Мать вашу. Желтый? Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный. Запал туда. Минус синий. Тут на крест. Готово. Окей. Самое сложное позади. Такой черт, блядь, самоуверен. Просто, блядь. Я же сказал, вылезет все до блеска. Ну чё, блядь? Мыть, где мыть-то? Вон он, и он херачит, Барбара тоже. Кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. В каком смысле убираться? Опять убираться? Ладно, теперь пошли на крышу. А может, и я у нее чего-нибудь попрошу? Спрашивай-ка. Да ради бога, ну учти, она глухова. Эй, остынь, я не тебя... Это Клименте. Мы бы его прямо сейчас завалили, если бы было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Черт, я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроились? На руках вынести. Ступеньки. Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Бессонная ночь. Гол-1911 с улучшенным магазином. 23 патрона, так что жрет их быстро. Столб не разлетится у тебя, тупица. Во всем мире таких всего 2. Спасибо. Не за что. Надо усиленный ствол, блядь. Что давай, пора. Мы оба! Вообще, блин, красотища! На что уставился? Определенный закон. Успокойся, черт, тварь, Клименте! Тварь, тварь. Ладно, пошли отсюда. Это как устрица. Стой, стой, зацени. Ну, чего? Куда идти-то? Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Черт! Я чего тут убил его? Я захожу! Это все, что ты можешь? Тебя в армии так научили? Давай, придумай что-то, быстрей! Кишечник-то умер, блядь. Ни хера, блядь, живой, ёпта. Парад, блядь. Драка, а? Да я крот! Я захожу!
Дом. Вылезай, трусливая крыса! Что делать? Отражись от страха, а? Осторожно, там могут быть другие. Прикрой меня, Витер. Ну ты трус! Блять, столетние игры, блять. Делают эти, как их? Ты просто Супермен! Укрытие, блядь, а? Новые игры, ни хрена без укрытий. Блядь, нихуя себе. Вы видели? Меня так же выключили, как я их. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Самый главный верхний, блядь, как он звалится. Да что ты, блядь? Я лучше всех! Давай, жирный, блядь! Ты что-то не помогаешь мне! Ни хрена, приходится мне всю эту шоблу, блядь, давай, валить! Давай, я захожу! Наконец-то, блядь, услышал. Чёрт, ты стрелять вообще не умеешь! Мои дружки тебе не помогут! Блядь, сучарка. Что-то быстрей! Смотри, блядь, берет, блядь, даже. Тебя в армии так научили? Осторожно, там могут быть другие. Все уже. Схватки стали уже посерьезнее, чем, блядь, я вначале ковырялся, блядь. Говнина собери. Блять, надо сначала с автомата, блять, валить. Давай, быстро, пошли! И все равно, сука, как ты успел меня зацепить, ё. Вы видели этот чурбан, блядь? Ну, полегче будет это все. С палкой, блядь. Столет, блядь. Куда идти-то, я не пойму. Где этот урюк-то, блядь? Куда он делся-то, блядь? Ох ты, блядь. Голуби летят над нашей зоной. Я не пойму, что-то я заблудился. Куда-то вниз, что? А вон он, чурбан. Зачем мы наверх тогда попёрлись, блядь? Я не пойму. Дурило, блядь. Куда ты меня нахуй привёл-то, блядь? Зачем мы сюда пошли, когда надо туда идти? Или где-то наверху там надо пробежать, блин? Наверное, наверх вон туда было подняться, бля. Это все бегает рядом со мной. Гурил это. Чего он там сделал? А, вон люльки, да, все, сейчас понятно. Берегись, у него ствол! Да. Ну ты трус! Да, с автомат, конечно, повеселее, блядь. Это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Пошли, тупицы. Вот пиздишь, так пойдет. Надеюсь, снизу нас не слышали? Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Чё искать-то, мы здесь уже. Где вставать-то, блядь, я не пойму. Чё такое? Может, ему надо дать зайти? А, вот он. Кто это? Квазимода, откуда он? Что вы творите, а? Ещё окно не... О, такая, господи, башка хорошо, у них, смотри, только не стреляйте, я все сделаю. Головастик какой-то. Молодец, руки за спину убери. Вид подтряхивает, блядь. Здесь на этом месте. Вот лента, свяжи к нему. Благородный. Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили.
что-то где-то там. Ладно, залезай. На работу. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Опа. Видели? За попу ее раз. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Скребок. Чего ты ждешь, балбес? Это вот тоже называется режиссерская работа, блядь. Могли бы они не делать. И все. Готово. А вот давай чуток съесть. Наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. И нахрен вот ты так. Уже сел. Ну что это дурак, блядь, возится все? Эти кретины и не узнают. Иисусе, что за... Бог ты мой, что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно, пошли глянем. Вечно ты дохуевертишь. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу, что за... Черт. Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отлил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение. Какого хрена? Ой, черт. Вот везунчик. Ах вы уроды. Вы черт, его нельзя упускать. Давай, Вита. Эй, ну мы ему устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Нет! Я ни в чем не виноват! Нет! Ну, быстро! Я на тебя доберусь! Да, жизнь стала, блядь, уходить очень быстро, блядь. При схватке. Стреляешь, как моя сестра. Осторожно, за стеклянной стенкой! Уложи того с автоматом! Ты все слышишь, смотрите, блядь. Ты вискачно дорогущий! Физик, ты помнишь, как это сделал? Блять, видишь, чё, блядь? Сразу расходи. Такое бухло и коту под хвост. Увижу тебя с бутылкой, лично пристрелю. Смотрите, смотрите, шустро он его, да? Сделал, блядь, выбежал бы, бах-бах, нахуй. Дай другую дверь, Вита, я справа. Тупица, блядь. Не столами надо было заниматься, а башкой своей бестолковой, блядь. Я могу выйти здесь? Могу. Я вы видели анимацию, блядь, прикольно, да? Это все, что ты можешь? Ушатал я его, блядь, этого черта, блядь. Слона бенгальского, блядь. А, мать! О, черт! Сюда, Вита! Там ты не пройдешь! Черт, пожарные краны сработали! Правда? А я думал, дождь пошла. Я грызу ему. Ни черта не вижу! И сандалии уже. Мать, гляди, опять ломится. Давайте, уроды. Я вас жду. Три, два. Что еще такое? Уходите отсюда, мэр. Пик-п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 ик. Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Климента засел в сортире?
Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Неси, мы его достанем. Хотелось бы верить. В лифте вы сейчас как на ладони будете. Он свинот какой-то. Дмитрий, долго наверху! Зажись от страха, а? Слетей какой-то. Черт, еще один! Сверху! Зажись от страха, а? И это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Живее, смотрите, пошли, смотрите, видели, блядь, он дырки наделал. Прикрой меня, Вита. Прикрой меня, Вита. Это жадность называется, понимаете? Это как NVIDIA, блядь, такая же жадность, блядь. Хочется завалить побыстрее всех. Чуть-чуть ванно, блядь. Черт, еще один, сверху! Кто-то попал. Осторожно, наверху. Ну, ты труп. Ты просто Супермен. Я захожу. Я уже все. Вон меня кто лупил-то, блядь. Черт вот этот, блядь, наверху нахуй. Он меня сделал, блядь. Давай, прикрывай! Вот здесь вот сдох, нет? Какой-то говнину, блядь, своими ногами, крокодилами, блядь. Мартин! Нет! Нет! Мать! Его убили! Убили! Ладно, Джо, Вита! Джо, пойдем, уроды. Надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клемент и удирает. Пошли! Просрали они, короче, все, да? Весь заход, как говорится. Не как я бульдогом там. Ну, у меня тоже убегали эти паршивцы-то, блядь. А в прошлый раз вообще он сел рядом с ним. Помните, блядь? Третий-то, блядь. Я захожу. Посмотрел, блядь. Если они разделятся, ты только заклинил. То я его не мог вытащить, блядь, из машины. Какая-то говнячина придумали. То я сел рядом с ним, блядь. То ли это баг, то ли чего. Я в прошлый раз не мог его выковырить, блядь. Пытаюсь, Джо! Я лучше всех! Черт! Че надо-то, я не пойму, блядь. Осторожнее, Вита! Блять, он, конечно, шаманит, да? В этом случае, конечно, плохо будет. Смотрите, она как херачит у него, блядь. Точила, я вообще в тапку в пол, блядь. Слава тебе, Господи, блядь, не улетели никуда за автом. Все, конец ему. Давай все-таки проверим. Автомат Томпсона. Давай быстрее, блядь. Это за Марти. Вот так и, блядь, ребят, разборки. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Как стреляют. Представляете, в те годы, что было, 45-й год, какой там год. Пиво хочешь? Дай нам номер радио, я позвоню. А? Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы да бросили плевать его ему там. На Марти. Ну, ладно, ладно, а Климента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Что делать? Всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Джо, не капай мне на мозги. Легче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся.
Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Блин, что захотелось пивасика, бля. Я вообще пью последнее время. Задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Жара иногда хочется, но. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Сейчас их почти и нет, этих маленьких. А в банках я вообще не пью. Там консерванты, ну, бля. Совсем другой путь. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Прости, иди к родителям, к его, блядь. Извиняйся, прости. Чёрный сейчас. Загубил его пацана. Этого загубил, пацана загубил, он... Вот это гараж, что ли, какой-то? Возьмем его. Шляп. Подожди, подожди, блядь. Ну-ка, вернись назад. По-моему, совсем не туда показалось. Блядь, забуксовал, смотрите, вы видели, блядь? Эх ты, блядь! Сука, чурбай! Ты чё, блядь? Ты охуел, блядь, такой мар... Блядь, козёл вонючий, блядь! Сука, птица улетела, блядь. Мешок с говном, блядь. О, извиняюсь, здравствуйте. Вовремя я убрал ствол, блядь. Да чё вы такие, блядь? Покосы, блядь. Ты, блядь, как две машины стоит, блядь, царапины. Я ее расплачу сейчас. Какая-то любимая баржа, блядь. Волгу напомнил, блядь. Сука. Вы видели, что творится, блядь? Чуть колеса, потому что у них такие, блядь, дохлядские, блядь. Со спицами, блядь. Куда ты на... Блять, на победе на своей вонючей, блядь. Блять, она не тормозит, она тяжелая. Разогналась, блядь, она нахуй не может быстро тормознуть, блядь. Пошел ты нахуй. Блять, да что ты нахуй, ёпта. Я больше эту корову не возьму, блядь. Краев не вижу уже, нахуй. Берега попутал, блядь, на корабле на этом, блядь. Эй, тормози. Эх ты, смотрите, блядь, нахуй. Давай эту пешковиду сбросим, блядь. Дахера посрать. Давай пока гаишник. Угон машины. Вот это мне нравится, блядь, какой это чёрт. Тоже танк, тоже танк, блядь. О, туда же ручник, блядь. Как в танке, блядь. Это уж хрен разобьёшь, вот. Смотри, блядь, это что это было сейчас, вот? А? Ну-ка, сука, стой, блядь. Нет, блядь, куда поедем? Там два, блядь, алкаша, блядь, сидят, блядь. Вылазь нахрен! Не стреляй! Кто тебя зарушил? Недоразумение! А! Бежим! Он псих! Ты чё ты, блядь, не бьёшь ты нахуй этого козла-то, блядь? Суководы, блядь. Блядь, я тут заварил, конечно, кашу, блядь. Своими разборками бандитскими, блядь. Так не делайте, ребят. Уголовное преступление повешено. Сразу, нахуй. Залететь, блядь, на 3 года, блядь. Просто хулиган. Ну мы же играем в мафию. Поэтому мы тут крутые, блядь. Сопли пузырями, нахуй. Ёб твою мать, да что ж ты меня как мотает-то, нахуй.
колесо, что ли, пробил он, блядь? Наверное, пробил колесо из-за этого, да. Что-то мотануло меня. Мотает, трезво мотает. Нет, там нахуй не ставь машину, я там выезжаю. Сейчас войны начнутся, по-моему, да? Ну что тебе надо-то? Куда, блядь? Спать, что ли, ложиться? Куда он? Посраться и уснуть? А, блядь, господи, я уж у тебя дома. Вернее, у него дома. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Хач я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Он обожрался. Шейк, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Приедешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Угу, не наливай. Я-то как... попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Въехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в Борисе? Повезло, да? Пока я или один. Тот ему наваляет, или толпа, этот. Но теперь как-то рассосалось. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Через минуту тебе штаны надо сначала одеть. Ты что, минуту он будет? Я... хочу что-нибудь солиднее, бля. Вот он, бля. Хочу каспитоваться. Нет, мне это... Ё-моё, я разбивал. Смотрите, бля, да? Я все машины в помойку превратил. Ех ты, вот, ну сейчас мы точно, наверное, да, подходим к этой машине, бля. К этой машине. Смотрите, наверное, модели в самом деле такие были. Блядь! Выйти не дают, бля. Выехать. Смотрите, блядь. Ласточка. Блин, такой машине, блядь. Давай нахрен отсюда, блядь, с дороги, шелупень всякая, говнина всякая будет у меня тут. Срань господня, блядь. Все, начал разбивать я. Ласточку, блядь, доеду. Смотри, блядь, опять нахуй. Смотрите, она как броневик, блядь, не плевать, блядь. Я сейчас буду только на кладбище ездить, блядь, и эти машины восстанавливать. Блядь. Здесь что ли, блядь? Давайте. А, Вито, это ладно. Ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил. И что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. Чего бы это? А? Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машина. Перевнёт ствол, сейчас стрельнёт, блядь. Добивай, пошли. Уже уходите, ребята? Марти. Я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Чёрт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. У него, по-моему, крыша сейчас поедет у этого олигофрена. Не должно. О, господи! А, чёрт. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что?
Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас. Ну ладно, давайте на этом остановимся. Хватит на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Смотрите меня на Ютубе. До новых встреч.